джунглях Амазонки, что совершенствовались в искусстве пыток сотнями лет. Федерация приняла их в свою семью, снабдив чуть более утонченными методами. Они держали Рорка в норе месяцами, обнаженного, и кормили низкобелковой кашей с ядом местных растений. Сломив тело, они принялись работать над его разумом. Когда сдался и разум, принялись за душу. Что осталось, переделали, напитав его ложью. Превратили в марионетку. Мучительный процесс. Жестокий. Рорк стал их призраком. Идеальным оружием против нас. Все, отставить. Что они с тобой сделали? Да, то же, что и ты. Дали мне свободу. Когда-то ты учил меня, что призраки не ломаются. Теперь я хочу спросить тебя еще раз. Любого можно сломать, Элиас. Мог бы спросить своего дружка Аякса. Ну, если бы он еще был с нами. Хватай его стул! Хватай его стул! Сюда этого ублюдка! Hello, people! Вы на моем канале Железное Сердце, и мы продолжаем после двухгодового перерыва. Наконец-то играть Call of Duty Ghost. Мы не играли по той причине, что в день запуска игры, чуть-чуть побегов, наши сейвы не сохранились, а заново начинать что-то очень не хватилось. Ну, все-таки я совершил подвиг, я перепрошел всю игру без записи. И теперь продолжаю с того же момента, где я закончил предыдущую версию. Хватит предисловий, играем. Это конец, Рон. Мы победили. Ты меня не победил, Элиас. Ты только что очень облегчил мне работу. Движок, может? Найду, не волнуйся. Я всегда возвращаюсь. Ух, ё. Что это? А, ну да, я падаю. Я вспомнил. Я этот момент уже видел. 2 года назад. Так можно точно амнезию заработать. Блин, кровище аж на экране появилось. Вау. Да, немножко у нас усовершенствовало. Комп помощнее стал, прям вот чувствуется. Графон прям видоизменился. Монитор у меня остался тот же, видеокарта поменялась. Теперь я могу записывать видео покачественней. Вот здесь вот мы ползли в прошлый раз. И меня уже рубило. Играл я ночью. Первый раз в эту игру. Сказала, что всем спасибо. Продолжение будет позже. И вот всего-то 2 года прошло. Интересно, есть те, кто помнит это прохождение в момент запуска этой игры? Релиза. Пишите в комментариях, кто помнит Логан, начало. Если слышишь меня, да, я тут. Постарайся найти место окружения. Продвигайся тихо, тогда точно нас найдешь. Вот он. Справишься, сынок. Черт, это что было? Землетрясение. Может, у меня с глушителем интересно. Я бывает ошибаюсь. Вокруг все еще стреляют патрули. Вот он. Ух ты, чуть не заметил. Аккуратненько.
слева еще двое шло. Аккуратненько. Опа. Вот, у меня теперь побольше карамультук будет. Зато нету радара. Вот они. Два вижу. Блин, что-то оно... Какой-то глушитель странный. Опа. Вон слева где-то. Блин, тут нифига не видно в этом лесу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В голову тебе. Где твой фонарик? Я что-то не пойму, откуда ты светишь. Надо отлежаться, я чувствую. День. Блин, только вылез, уже стрелять начали. Блин, откуда они лупят? Что за фигня какая-то, а? С глушителем. Точно с глушителем? Да, джунгли какие-то опасные. Сохранение. Так, раз, два. Три. Как ты близко был, а? Да-да, я иду. Я иду, ребята. Место крушения. Место крушения. Обойти, может, убить все-таки всех? Это один. Один минус. Так, еще двое. Увидели трупик. О, побежали быстрее. Побежали, побежали, побежали. Так, 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 так. Бежим. Убегаем. Мы их обошли. Точно. Классно. Так. Я вас не вижу пока. Я бегу, 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 бегу. Бегу, никто меня не догоняет. Отлично. Все, бежим дальше. По тропиночке, рядом с тропиночкой. Мы слышали выстрелы. Прицел? Это наш, Элис. Привет. Ох. Что, застрял, что ли? Ой, блин, куда я вылез-то? Жесть. Это я выбежал. Че, идем? Готовы? Да. Мако заберет нас в 2 километрах отсюда. Это еще что? В любом случае, просто так не сдаемся. Будем действовать тихо и быстро, попадем домой. Пошли? Конечно. Мы же лучшие. Того никого не выпустим лучше. Всех убьем. Нафиг. Домой они уходят. Фиг вам. Это наш.
бронированные, что ли? Куда побежал? Ну-ка, домой. Домой они собрались. Железное сердце пришло, все, никаких домой. Домой они пойдут. Давай, давай, вот они. Затаись, пусть пройдут. Ага, сейчас. Сдохните все. Вперед, нельзя терять время. Пройдут они. Шутники. Засада. Объект через 40 метров. Ого, сколько там. Спрятались они. Давай, прыгай. Бежим. Ух ты, вот они. Так, иди. Это недолго. Все. Отлично. Патронов 49 штук у меня. Так, все. Дошли мы до полянки. Это слышишь? Вертушки над нами. Ждем у опушки. Пусть пролетят. Сзади, идем по одному. Я иду сзади, да? Окей. Может, побьем их? Не светимся. Ну, вроде прошли. Порядок, идем дальше. Мы почти у реки. Кэш, вызывай. Мака говорит, сталкер 1-3. Мы вот у они. Реки и... Чё это? Ох ты ж! Ракета пошла. Командир, запущена ракета. Парни, ну где вас носит? Маха, мы на пути к вам. Вижу вертушки! Ложимся. Нас заметили. Ё-моё! Я себе руку покорябал. В укрытие вы ранены. Оба, слалом. Блин, чуть не убило. Пули не повредят этой технике, зашибись. Оба! Полет! Оп! Ой. Ой. Плавать-то умеешь, чувак? Алло. Фу. Тамаша? Тамаша. Фу, блин, мы спаслись. Нам повезло. Норад официально заявил, ракета, запущенная из Юкатана, не нанесла удар по США. Жалко. Именно это, парни, вы и должны выяснить. Операция Циферблат. Штурм комплекса Федерации Ванда. Там мы получим нужную информацию. Вам необходимо проникнуть в комплекс и собрать любую информацию по ракетной программе. А как же ваш старый друг Рорк? Он от нас не отстанет. С Рорком мы разберемся. А пока главный приоритет — циферблат. Циферблат. Какое название классное.
20 июня. 22:35. Вот такое хреновое лето. Снег идет. Уходим. 20 июня. Добыли вражескую форму и сейчас направляемся к КПП. А где мы находимся вообще? Мы заняли позицию КПП и ждем возвращения патруля. Окей. КПП впереди. У вас 10 минут на то, чтобы оказаться внутри черной птицы, когда мы вырубим питание. 10 минут. Вас понял. Вот он, не стрелять. Кто вот он? Я вижу 8 у КПП. Так, я вижу. А что на вышке будет 9? Раз, два, сначала три. Сначала снимите его. Вышка справа. Нет, большая вышка справа. Справа? Где справа? Ну вот она. Нет, большая вышка справа. Большая вышка справа. Блин. Радиовышка справа. Ты этот? Ну, пора за дело. Ни хрена не понял, кого убирать надо. Логан слева прикрывает Кигана. И уберите труп, мне его отсюда видно. Кэш с тыла прикрывает меня. Кик, Редбёрд у нас. Где патруль? Они прошли внешний периметр, направляются к вам. Повис, блин, собака. Патруль приближается. Шоу начинается. Шамос кого? Шоу. Так, мы типа свои. Пропустите БТР. Логан, возьми водителя. Да, вот этого лучше не бить. Идентификацион. Выдвигаемся. Чисто, быть в зеленой зоне через 30 секунд. Так, кто за рулем? Я? Нет, не я. Куда садиться-то? Все на месте, поехали. Садись. О. Так уже трупики успели прятать куда-то. Вот. Быстро работают ребята. Внутри расходимся и не полейте почем зря. Я слабое звено здесь у них. Слабого их системы, как доберемся до пункта охраны. Принял. Давай, в тылу будем работать. Скотровому клуба. Машина захвачена, готовы выдвигаться к подъему. Вас понял. Лагпорт молчит. Вам предстоит десантирование в цели получения данных. Привет. Физкульт, привет. Всем привет. Мы едем беспалевно. Как отстегнул лезть? Ну конечно, как же не пристегнуто в машине ездить. Так, я сумки не несу. Не палимся, да? Бегать нельзя. Угу. В общем, как обычно все. Главное ни с кем не разговаривать. Блин, я так мог бы и не успеть. 15 секунд. И потом у нас 10 минут будет. Про все, про все. Приготовить ПНВ. Все чисто. Все сами делают. Двигайтесь, у нас мало времени. Двигаемся. Они нас не видят, нифига, классно. Так, открываешься? Не открывается. Надо с командой, короче. После подключения мы услышим и увидим все. Давай. Начинаю статическую проверку. И есть сигнал. Так, я здесь, я впереди. Я смотрю. Чисто. Чисто. Давай, идем.
Кик, мы в зеленой зоне. Готовим Виктора. Есть. 30 секунд до восстановления питания. Гидроизоляция нам ни к чему. Давай, давай, ребята. Слежу за коридорчиком. Давай, давай, давай. Все у нас получится. Там задняя пластина, глубоко не сверлите. Так. Отлично. Первая оболочка есть. Ставлю заряд. Переходим ко второй. 20 секунд. Давай, 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 20 секунд. Чувак, быстрей! Крестик! Ваш выход опыт. Давай, давай, сверлим! Гидроизоляция отключена. Отлично. Поджигайте термит. Назад, назад. Давай, 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 ломай. Слежу за коридорами. Взрывай. Классно. Все. Дверь открыта. До гнезда 4 минуты. Огонь по готовности. Глаза и уши активированы. Подключаю вас. Вот к вам направляется целая толпа. Отлично. Отлично. Это просто шикарно, ребята. Так, спать. Спатеньки, ребята. Кто это наши, блин? Резкие вы какие. Я что-то уже забыл, где наши, где не наши. Все одинаковые. Опа. Не убежи далеко, поймаем. Давай, 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 10 минут, я помню. Так, 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 идем. Идем, куда идем? Налево. Налево, ребята. Сюда, давай, открывай. Я не умею. Я не умею двери выламывать. Я хотел бы научиться, но я не умею. Переключаюсь на южный коридор. К нам направляются цели. Выходим из зеленки. Двигаем по шоссе к гнезду. Вижу минимальную активность. Что-то тут холодно. Радар вас пока не видит. Давай, давай, я хочу. Ух ты, блядь. Молодец. Летим. Противники скапливаются в ротонде. Не спешим. Хорошо. Идем очень медленно. Стоп. О, эль капитан Гонсалес. Я в ене осяки. Открываю огонь. Опа. Шевелитесь, пока сюда вся база не прибежала. Шевелимся. Ух ты, не вовремя перезарядка как, а? Следующий. Откуда? Это наш след? Так, отлично. Умри. Спатеньки, спатеньки, солдатики. 90 секунд. 90 секунд, отлично. Полторы минутки. Сверка часов. Все отлично, вы идете по расписанию. Можно перекрыть? Нет, нельзя. Идем по расписанию, отлично. Как поезд просто. Кик, мы вошли в гнездо. Подготовка к передаче. Все сбрасывайте мешки на платформу управления. Бросайте мешок сюда на стол. Так, бросать мешок. У меня тоже, кажется, мешок есть. Я и не знал. У нас у всех мешки есть. Эш, приступай к компьютерному банку. На загрузку нужно 2.5 минуты. Так, куда устанавливать? Куда устанавливать, елки? Хватайте турели из мешков. Они пойдут за нами по главному склону. Блин, что с ними делать-то? Хватайте мины из мешков. Они пойдут за нами по главному склону. У вас примерно 30 секунд на подготовку обороны.
Да, вот турель. Понятно. Во, раз. Кэш, ты нашел данные по ракете? О, да, все здесь. Параметры, конструкция, применение. Зашибись, мину бросил. Установил, да что ж такое? Бля. Шоковые мины. Цели приближаются по главному склону. Блин, знать бы это где склон этот еще. Вот они. Так, ну турель работает, отлично. Это уже радует. Как она звучит, да, классно. Заряжается только очень долго. Амиги. Амиги! Классно. Хоть турель я правильно поставил, и то хорошо. Как ты долго заряжаешь-то, а? Да что такое? Ух ты, справа-то сколько. Ладно, давай другую. Винтовку другую возьми. Много, а? Турелька работает. Пойду посмотрю на нее. Вот красавица. Ух ты, она еще взрывается. Блин. Садись сюда. Мало боеприпасов, все. Так, винтовочка. Оба, какой у меня калаш-то. Где Херша там? Наша. Черт, они его лупят, а? Ух ты, блин, я уже... ХПшку потерял. Блин, Херш, давай работай, чувак. Какая долгая перезарядка, а. Все? Скопировал данные? Точно, молодой парень. Да жуть вообще. Выбраться через хранилище. Пошли, ребята, ребята, идем. Давай, 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 бегом, бегом, бегом. Закрыть можно? Все, закрылась сама. Отлично. Все здесь. Сверим часы. 23:56. Есть. Выходим тем же путем, что вошли. Покинут объект, задание выполнено. Отлично. Нога, помогите. Хромай. Не стрелять, если не хотите прорываться с боем. Хромаем. Погнали. Хорошо, что у нас есть переводчик. Хоть один. Бур у них. Они начинают собирать своих людей. Мы все видим. Я советую вам поторопиться. Debemos asegurar el perímetro. Да. Ух ты. Он потек. Он потек, бедняга. Блин, времени мало. Мы только что ослепли. Завод у них. Так. Мы взяли себе мясо.
собаку держи. Так, идем. Мясо. Так, мы на задании. Если чё. Главное, чтобы с нами не разговаривал никто. Быстрее внутрь. Собака. Куда внутрь? Это не наш. Блин, где все делись? Ёй, я за своих потерял. Ё-моё. Где мои-то все? Вот они. Фух, что делать? Садимся в машину. Забегался. Я чуть тут не остался, бедняга. Воевать бы. Хорошо. Эрик, данные, что мы захватили, содержат оценку потерь. Оценка потерь? В городах. По всей территории США. Толедо, Лексингтон, Чикаго. Кик, мы покидаем базу. Удачи, парни. Не отставать, транспорт будет через 2 минуты. Нас не отпустят, наверное. Они там 2 минуты. Машины. Все по плану. Стойте, но будьте наготове. ¿Qué pasa ahí? El mando nos asignó al perímetro. No tenemos tiempo para esto. Paren el motor. Quítense las máscaras. Quítense las máscaras. Да. Логан, к турели. К турели. Отлично. Понизус. Ух, ни хрена себе у нас винтовочка. Опа. Ух ты, летают, как они, молодцы. Баба. Снегоход. Снегоход еще. Давай. Бомбани его еще как следует. Ты что-то не можешь попасть-то. Справа. Где справа? А? Минус. Он, надеется, попал. 26 секунд. Опа. Это что такое? Подводная лодка. По льду побежим сейчас. Круто. Все. Эвакуировались. Ну что ж, дорогие друзья, это было круто. Давно не играли, ну, что-то прям получается даже как-то. Если б не затык с эвакуацией, так вообще б ништяк было. А в следующей серии мы увидим, как мы плаваем на лодочке подводной. Мы же не помогут убивать! В самом центре пролива Дрейка. Это далеко за границей. Зачем захватывать эту цель сейчас? Это будет уже в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.